всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня будем строить теплицу арочную 3 на 8. Это уже будет вторая теплица. Первая стоит десятка, 10-метровая. Рядышком восьмерка будет. Практически все то же самое, как на первой. Ну, построим, покажем. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Каркас мы поставили, выровняли его, закрепили. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом. Потом будут у нас стеновые форточки врезаться и обшиваться двери. И теплица будет готова. Закончили мы теплицу. Напоминаю, строили мы сегодня арочную 3 на 8. Пойдем смотреть дверь с форточкой с одного торца. Точно такая же дверь у нас с другой стороны. Также имеются две боковые фрамуги на ручном управлении. Каркас теплицы из трубы 20 на 20. Сверху приварен усилитель. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. В середине установлена арка фермерская, то есть в виде фермы. Как бы в ней нет необходимости, но на всякий случай и для душевного спокойствия мы ее ставим. Все стоит у нас на брусе, 100 на 150 брус пропитан антисептиком. Выставлен по уровню и закреплен к земле с помощью зацепов. Также имеются диагональные усилители. Также есть у нас резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Чуть ранее мы ставили здесь десятку, точно такую же теплицу, 10-метровую. Вот она уже обогорожена, уже урожай скоро снимать можно будет. Все то же самое, только 10 метров. Тоже арка фермерская в серединке. Две фрамуги стеновые, по диагонали расположенные. Вот такие две симпатичные теплицы у нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня мы будем строить теплицу арочную. 3 на 10 на брусе. Вот там брус у нас. Сейчас будет складываться. Тут будем делать торцы. Будет у нас две фрамуги теплицы. Вот такой поликарбонат. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Каркас мы поставили. Закрепили его к брусу, выровняли все по уровню. Сейчас начнем крыть поликом эту теплицу. Мы завершили монтаж. Напоминаю, сегодня мы строили теплицу арочную 3 на 10. По торцам у нас двери с форточками обновленного типа. Есть у нас две стеновые фрамуги. Вот одна на одну сторону, другая по диагонали на другую. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20 на 20, арки сварены с усилителем, посередине стоит мощная фермерская арка, также из трубы 20 на 20, только она в виде фермы, на всякий случай, для большей жесткости. Также для большей жесткости есть у нас диагональные усилители, по две штуки на каждую сторону, покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. С другого торца у нас тоже дверь с форточкой. Теплица достаточно простая, надежная, относительно недорогая. Стоит это все на брусе 100 на 150, ребром, выровнен по уровню, пропитан антисептиком и закреплен землей с помощью зацепов. Вот такая длинная, просторная теплица получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.